Петь, можно сказать, что сегодня было небольшое дерби, не Лайф и Дануэва. Организаторы, друзья, друг друга хорошо знают. Победили вы со счетом 6-0. Скажи, пожалуйста, вот легко или сложно далась вам победа? Ну, я бы не сказал, что легко. Вот, скажем так, пришлось попотеть. Но в то же время у соперника были удары, но так, чтобы они нас сильно задавили там или приходилось очень сильно обороняться, не было. Скорее тяжело было скрывать их, нежели обороняться. Скажи, пожалуйста, первый или второй тайм тебе понравился? Да оба тайма хорошие. Ребята молодцы, в первом тайме лучше держались, но видно, что во втором тайме у них немножко меньше замен, закончились силы, и они немножко подсели. А скажи, пожалуйста, почему, как думаешь, соперник не смог вам забить ни одного гола в этом матче? Ну, во-первых, просто если глобально говорить, команда у нас технически сильнее, более сыгранная, более опытная. То есть, ну, преимущество. Ну и, скажем, немножко везения не хватило им. Ну и плюс у нас вратарь, Саша молодец, потянул сегодня все, что можно было. Даже вроде бы ценой травмы спас. Саша, палец не болит, все в порядке? Все в порядке. Все в порядке, слава богу. Санька, сильные стороны соперника, на твой взгляд? Ты боевая команда. Хорошая, тем более, это же мы, я так понимаю, половина выходцев с нашей, ну или мы от них. Ну, молодцы, 6 человек их пришло, боролись до конца. Где-то чуть, ну, не везло нам, чуть больше. Спасибо.